Добрый день, друзья, продолжаем прохождение игры Сёгун Тотал Вар за клан Уесуги. Начинаем с того, что заканчиваем ход. Так, Хьюги, легендарная ферма построилась, в Грузума построился порт. В Су еще один сезон продержится замок. Ну что, ждем пока. Ой, не то я сделал. Идем, значит, по наймам. Наймем крыс копейщиков мы лучше. Завершаем ход. У нас самое большое войско во всей Японии. И собирается сдаться замок Со. Так, строим постройки. Строим знаменитый дожи копьеносцев. Так, а здесь строим тут же кавалерии. Выбираю знаменитый тут же лучников. Завершаем ход. В Су замок пал к нашим ногам, новый казна 1969. Пока стремительно у нас тратятся все наши доходы, все, что было нами заработано. Пока вот тут армию здесь оставим. Смотрите, никого мы не сможем объединить в один отряд. Или все отряды какие-то не такие. Так. Наверное, продвинем мы все-таки отряды.
завершаем вход. Такой уже небольшой замок построился. Нагата, улучшенная ферма, вызвание даже копьеносцев. Паки, улучшенная ферма, в Дэви. Извините, даже лучников. Теперь-то там подвигаем сюда, вот эту группировку сюда. Здесь нам удалось собрать уже 4 отряда еще. А если вот с этой армией сейчас мы их объединим, то это нам даст дополнительную армию, которую мы тоже сможем использовать по своему усмотрению. Так, ну и давайте на этом ходу бы по строительству пройдемся. Причем пройдемся по экономике. Нам нужно очень быстро и очень срочно устанавливать нашу экономику, иначе у нас совсем все наши деньги идут в минуса. Так, вот эту армию продвигаем сюда. А отсюда вот сюда продвигаемся. Сразу две провинции таким образом. Да что же я с этих манхв воинов хочу, блин. Прямо я хочу этих манхв воинов четверых вывести. Так, нанимаем конных лучников. И сейчас у нас, скорее всего, будут два сражения. Хотя, может быть, мятежники отступят. Но навряд ли. Здесь по-любому будет сражение, потому что им здесь отступать, собственно говоря, и некуда. Завершаем ход. Итак, вот первое из сражений. Нажимаем атаковать. Выдвигаемся всей нашей армии на повстанцев. А там уже будем распределяться сейчас по направлениям атак. Ну, хотя даже можно сразу это сделать, как всегда. Пехота у меня пойдет по центру. Так, лучники, кавалеристы, давайте сюда, вот занимайте здесь позиции. Лучников, пехотинцев размещаем здесь.
И также на фланг размещаем нашу кавалерию. Давайте-ка все ускоримся, потому что уже приближаемся мы к противнику. Ускоряемся наш отряд до бега. Они сейчас отступают. Давайте попробуем кого-нибудь догнать, что ли. Может быть, хотя бы кавалерии. Если, конечно, успеем. Хоть немножко зацепить бы. Не дать им отступить тогда полностью в целом в боевом составе. Ну не хотят бежать наш. Все, победа без сражения. Все по нулям было. Хизен также заходит. Хизен, да, у них есть путь к отступлению. Голландские торговцы вышли из Тоси. Хизен. В Хизене наша власть установлена. Так, ну здесь вот такая неприятная сейчас ситуация. Повстанцы отступили под защиту мостов. Но, в принципе, все равно мы их оттуда выбьем. Итак, пробились мы таким образом к еще одной нашей группировке. Так, наймы у нас идут. Мы посмотрим. Да, здесь, кстати, можно строиться дальше уже. Строим здесь оружейную в провинции Ивани. А здесь строим знаменитый тот же копьеносцев. Завершаем ход. Новый казна 91278. Так, сейчас мы вообще посмотрим, сколько у нас. 5531 нас минусуется, но это помимо. Или со всеми остальными расходами. Так, значит, дальше. Что нам, ничего не остается, как провинцию, как она называется, Кикуга, возвращать. Под свой контроль.
Так, здесь нанимаем кавалерию Яри. Если мы сейчас весь Кикуга овладеем, то тут нам останется, то, блин, три провинции, так себе. Считай, вот этот вот остров мы полностью освободим. Вернем свой контроль над этим островом. Завершаем ход. Су улучшенные фермы построились, в Изума улучшенная ферма. Вот знаменитый дождь копейносцев. Итак, противник у нас почти два раза превосходит Кикуга. Идем, значит, в атаку. Да, здесь битва будет на мосту, но мы можем подвести всех своих лучников, которых у нас большое количество. Нам гарантируют нашу переправу. Что, сейчас подойдут наши лучники сюда. Чтобы поддерживать действия пехоты по форсированию моста. Ну и начинаем переправлять пехоту. Делаем это быстро, чтобы понести как можно меньше потерь. Вражеских стрелков, если у них там есть, они у них там здесь по-любому есть сколько-нибудь. Вот у нас мои лучники. Стрелки с этими, с аркебузами, с лучники. Короче, здесь дофига у них всех. Еще у них будет подкрепление. Там здесь 2000 солдат противника. Все, оживился враг. Нас уже обстреливают, но нам нужно сейчас сначала все свои войска переправить, чтобы атаковать. Ну, кстати, давайте наатакуем с нескольких направлений пока.
Ну и куда же вы побежали? Теперь переправляем кавалерию сюда. А, не отступает, а я думаю, что они побежали в полном составе, считай. Вот что значит монахи-воины, не это, не прокачанные. Даже несмотря на то, что мы, в общем-то, побеждаем, они отступают, бегут. Так, ну где там наша кавалерия переправилась, нет? Да уж, пока наш кавалерий добежит, противник уже отступит всеми отрядами. Нет, все, никого наш кавалерий не смогла отступить, поэтому сколько убили, столько убили. Но правда, сейчас еще будут заходить подкрепления. Здесь уж что-то такое белое виднеется. Где тут эти поля? Ага, вот у них. Идут подкрепления. Кто там у нас? Они идут и сразу убегают. И чего стоим?
Ну что ж, хотя бы их подкрепление можно здесь немножко покосить. Еще какой-то тогда сигар убегает, но это здесь какие-то недобитки, которые отступили сюда, они пытаются здесь ваши как подкреплениями. Все, победа. Потеряли мы 90 солдат, противник потерял 743. Тикуга таким образом захвачена. Все дальше и дальше отступает противник. Не знаю, откуда он пытается убежать. От нас не убежишь. Так, ну что у нас изменилось? Кого мы можем объединить, может быть, или нет? Ну, вроде бы по-прежнему пока никого не сможем объединить еще. Так, здесь у нас фермочные построились. Провинция Изума. Восходную ферму ставим. Мимасаки улучшенную ферму. Провинция Су превосходную ферму. Завершаем ход. Так, сколько у нас доходов-то не прибавляются? 4313. Но пока все равно у нас идет больше расходов, чем доходов. 15460 у нас общий доход. Так, ну нужно нам отсюда еще Хигу дальше вытеснять. Противника. Наверное, в этот раз мы, может быть, вот эту вот армию задействуем. Блин, а здесь пехоты маловато. В основном кавалерия, да лучники. Ну ладно, будем вот эту армию двигать.
здесь монах воинов. Нанимаем. Здесь самураев лучников, кстати, здесь можем уже сделать нагинату. Ну и на этом закончим мы сегодняшнюю серию. В общем-то, взяли мы сегодня, получается, три провинции. Кизен, Кикуга. Какую еще? А, вот это, по-моему. Бунго. Три провинции мы заняли. Гоним мятежников сюда, к югу. Здесь будет решительное столкновение скоро у нас с ними. И потом уже, когда здесь мятежи окончательно подавим на этом острове, будем уже сюда вот переправляться. Зачищать от мятежников вот этот остров. Я думаю, должны мы уложиться в срок, отведенный нам для прохождения кампании. Потому что у нас 1611 год. Но мы значительно уже продвинулись. Здесь мы блокируем орды Магау, то есть все попытки продвинуться будут напираться на наше сопротивление. Вряд ли и Магау будет двигаться, если куда они могут. Вот здесь вот только, но здесь у них сил маловато, да, они как-то не стремятся сюда продвигаться-то. В общем-то. Всем пока.